Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и мы продолжаем играть The Last of Us Part 2, одни из нас, вторая часть. Самое прикольное, что мы продолжаем историю за Эбби, и получается в одной игре две игры, что ли, за двух сторон отыгрываем, это достаточно интересно. И когда ты смотришь одну сторону, да, и переживаешь за нее, то эта сторона перед тобой тоже, ну, как будто бы плохая вырисовывается. Когда тебе дают за эту сторону поиграть, то ты понимаешь, что эти люди защищают свои интересы, и ты просто запутываешься и не понимаешь, что делать. И, скорее всего, в конце игры дадут, наверное, выбор, за какую сторону ты будешь. Но на самом деле это будет тогда жесткий байт на эмоции, как бы, ну, я не знаю, зачем на самом деле настолько делать такой крутой сюжет, чтобы право выбора было непонятным. А может быть и нет, я не знаю. Поэтому, ребят, ставьте лайки, например, вы сейчас находитесь на утренней, пересматриваете плейлисты. Если вы пересматриваете данные ролики, они в 4К. Если вы смотрите премьеру, то они максимум Full HD. Поэтому выбирайте, что вам лучше. Быстрее узнать сюжет, тогда сидите на премьере. Либо пересмотреть старые ролики, они в 4К на суперплазме. И довольствоваться этим. Ну что, а мы продолжаем. С вами был Лего. Поехали. Ладно, дальше. Но сперва взгляни. Оуэн. А что они сделают? Вышвырнуть несчастных цикад, которым некуда идти? А если да? Не хочу выяснять. Ты должна это увидеть. Глубокий вдох. И где это мы? Что это за место? Не знаю. Поплыли дальше? А то. Прикольно, да? А мне кажется, а что с ним будет? Его же тоже кирдык кисям, да? Произошел. Тут так круто. Они это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Молчи. Смотри, какой нерпенок. Нерпенок? Я как-то видел тюленя. Он был пятнистый. У тюленей нет пятен. Они бурые. Это морской лев. Нет. Нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами. Ага, понял. Эй, помоги мне. Ага. Есть. Давай. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра, но для рыб. Да, это прикольная тема. Я смотрел такую штуку на Тенерифе. Ты что, самку кличешь? Очень красивое шоу. Я так лаю. Ты идиот. Реально очень красивое шоу. Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Нет. Похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Опа, шмоточки детские. Здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки. Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрам. Оптимист. Ну да, они куда-то ведь ушли. Ладно, лодку осмотрели.
Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Думаешь, сможешь пролезть? Помоги залезть. Ща. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, мы быстро осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Боже мой. Ого, такое не часто увидишь. Прикольно. Теперь она, короче, тоже будет ходить. Это резервуар в полу. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Другой мир, да? Это будет моя хата. И точка. Ха-ха, нормально. Жду в гости. Ах, вот так? Хотя вообще нет. Посмотрим на твое поведение. Козлина ты. Начало так себе. Так, а что, осматривать будем, что ли? Что делать-то надо будет? Ого! Так, а что нам нужно будет делать-то здесь? Я не понимаю. Думаешь, это та семья с Локи? Скорее всего, да. Заперто. Так, а что, заперто? А куда дальше? Надо будет позвать сюда остальных. Типа здесь они жить хотели? Считаешь, она того не стоит? Посмотрим, чем нам это аукнется, когда вернемся. Ха, нравится? Ну тебе. О, боже. Черт. Итак, пап, я забираю Макса, он не может провести всю жизнь в этих гнилых руинах. Идя на поводу у твоей трусости, когда солдаты убивали маму, ты просто стоял и смотрел. Это разве пример для нас? Ты должен был рассердиться, должен был вломить им так, чтобы они пожалели, что тронули маму. Я хочу, чтобы Макс увидел, как это, когда люди готовы бороться за свои желания. За то, чтобы изменить свою жизнь, мир суров, но исправить это можем только мы сами. Только в слабости я проявляю подлинную силу. Может быть, когда-нибудь мы вернемся, надеюсь, мы не застанем себя сидящим на этой дурацком стуле. Его дети сбежали к шрамам. Боже. Офигеть. Ну, зато мы нашли ключи. От лодки? Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что?
Это же культ психов. Вот что. А в зонах люди считают ЦК террористами, фанатиками. Это другое. Это я к тому... Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну, ладно, ладно. Прикол, да? Место Макса. Откроешь? Ключи у тебя. Ах, да. Этот? Ну да, я говорю, у каждого свои стороны есть. Кто как думает. Есть. Черт, сколько времени он все это рисовал? Приключения в открытом океане. Ты что, хочешь спуститься туда? Давай. Уэн. Последнее. Обещаю. Последнее. Только не смотри вниз. Иди. Нормально. Только не смотри вниз. Он сам уже посмотрел наверх побольше, чем я, наверное. А чё? Во. Посмотри. Они живые это еще, что ли? Слушай, но он ведь шрам. Может, уже повидал. О, господи. Надеюсь, что нет. Пипец он тут наклеил. Эй, заходи. Ого. Да. Красиво, конечно. Видишь? Я же говорил, они пятнистые. Да, да. Опана! Опана! Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну же. Прости. Не ну, какая-то мужланка, блин. Поговорим? Это терминатор, блядь. Я знаю, что зацепок не осталось. Но... Но Джоэл где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся. Потренируемся. Да, иди. А ты что? Побуду еще немного с тюленями. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит. А если Оуна там нет? Он там. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Я могу тебя отговорить? Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть,
Если он правда убил Дэнни... Нахер Дэнни. Я бы его грохнула, но он меня опередил. Ты чего, Эбби? Я правда признательна тебе за помощь. Как ты доберешься до океанариума? По шоссе? Нельзя. Там много патрулей. Меня точно засекут. Пойду пешком. Это прямо к западу отсюда. Буду ориентироваться по солнцу. Я пойду с тобой. Я так уже делала. В этом районе полно шрамов. Мэнни, ну не надо. Хорошо. Так. Тебе виднее. Воспоминания это закончились на самом деле. Мы сейчас... Я только одуплил, слушай, прикиньте, что воспоминания закончились, блин. Спасибо. За это? Да, и за все остальное. Ты надежный друг. Перестанем. А то я не совладаю с эмоциями. Так, а тут что, никак не можем? Ну вроде ты давай никого. Подсадочку-то. Давай. Топ-подсадочку-то давай. О, спасибо. О, от души. Ну, пожелаю удачи. Найдешь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьезно, будь осторожна. Пока. Ладно, просто иди на закат. Просто иди на закат. Ух, сколько много механизмов подъехало. Тут что у нас? Тут пока у нас ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Идем дальше. Славно. Опять выстрелы. Интересно, это Элли стреляет или это дикари эти? А мы проберемся через эту клетку сейчас. Кстати, ребят, если вы смотрите эту премьеру или ролик, пожалуйста, нажмите на лайк и кнопку подписаться. А также вот этот колокольчик нажмите, чтобы он вам оповещение всегда отправлял. Не забывайте, хорошо? Спасибки. Блин, а куда тогда? Так, кто-то там. Класс. Для просмотра нажмите Северная Дакота монетка. Тут кто-то слышал, вы слышали звук был? Ау-у-у. А я слышал. Ё-моё, тварина! Охренеть. Давай стреляй, пожалуйста. Капздец полный, блин. Начало хорошее. Офигенное просто. Долбанный этот крикун. Сейчас с крикунами будем сражаться, да? Там что-то мне много дали на самом деле таблеток. Так. Ускорение перемещения захваченного заложника позволяет еще быстрее сменить позицию или совершить попытку скрыть на убийство. О! Вот это нужно. На 50%, правда. А там сколько? На 100, по-моему, дается у Элли, да? Точно не знаю, но... Посмотри, ух ты, красиво. Так, вот это вот. А еще даже если, блин, не выучил. Еще надо 24, это просто офигенная штука. Мейсла, что? Какого черта, да? С этим я полностью соглашусь. Кто это? Мэйшиз. Направит вас вниз с обрыва. Так, 12 есть. Осталось еще 12. Осталось еще 12.
Пипец, куда-то все лезу, ползу. Так, а если я туда подарок кину? Охренеть, как она прикольно взлетает. А кто там? Ну давай, иди туда. Все, что ли? Ага, это все. Офигительная штука. Пипец, она взрывается. Ё-моё, вот эта граната. Слишком крутая вещь. Анреально, нереально. Так, хпшек много, с хпшками проблем нет. Главное, чтобы крикунов было, на остальных вообще насрать. Кстати, у них голова не сразу отъезжает почему-то, не с первого выстрела. Почему так? То есть я выстрелил, голова пропала, сломалась, но показатель вот этот красный в прицеле, он был... Он не был красным, он типа отвалилась голова, типа ой. Но крикун продолжает жить. И вообще не парится. Так, а куда нам тут? Вопрос. Мне сколько? Еще 12 этих не хватает, чтобы быстро скрытно убивать. Я думаю, как-то наверх надо, да? Может, лифт работает, нет? Во, проходочка. А сюда как? Ага. Налево или направо? Так. По ходу дела надо было направо или наверх. Нет, здесь ничего не надо. Пойдем обратно. Пипец, она монстр. Реал монстр. Как-то я сюда залетел такой, типа, вообще, как батенька. Ну, типа, мне не страшно, ну и пусть, ну и фиг с ним. Не понял, еще раз. А вот, таблеточки, таблеточки, таблеточки. Давай еще раз попробуем. Так. И следующее, что будет? Скорость перемещения с заложником. Скорость перемещения, ускорение перемещения в положении лежа, чтобы лечь... Ага. Изготовляем большое количество заточек из тех же ресурсов. Понял. То есть за один присест могу 4 заточки, что ли, сделать? Как-то шибко богато, я бы сказал. А вот по оружию, на самом деле, мне не нравится такое количество апгрейдов. Хочется вообще все пушки сделать. Да ладно. Что там, только двое, что ли? Главное, не лезьте ко мне. Ухерачить бы ее сейчас. Ну вот нафиг. Я не попал. На точку. А он будет умирать вообще?
Теперь я понял, как работает заточка. Порядок. Можно две. Две заточки, один труп. Угу. И аптечку обязательно. И вот эту хрень обязательно. Охренеть. А можно мне побольше заточек? Жесть. Ну на самом деле это имба. Две заточки и крикон труп. То есть, ну не зря я начал качаться на эту штуку. Это реальная халява. Так, ну что, перепрыгиваем? Let's go! Боже. Не долетел. И как быть? Только не говорит, что заново надо наверх пойти. Ну я думаю, как-то надо долететь же, нет? Разве? Так. Дубль два. А почему не долетает реально? Ну не может быть такого, что не долетает. Во. Другой разговор. Блядь, да что? Говнюк. Тотали просто говнюк. Ай, блин, а. Можно пугать со своими магазинами вот этими вот. Он же ничего мне не успел сделать, да? Смотри, каждая ваза разбивается, ломается, когда ты на нее наступаешь. О, вообще не зря сюда пришел. Дяденька. Дяденька, дедушка. Двухствольный дроб. Но он просто, мне кажется, вне конкуренции. Он должен такое говорить, что просто до свидания. Еще бы кубуру. Не, ну серьезно, он должен просто разрывать лицо. Можно понять, откуда вы приходите, а? Я еще дверь открыл. Топора-то нету. А вот дробаш есть. Давай пока поменяю на винтовочку. А то мало ли. Опасно там вышло. Хотели, наверное, чтобы я дробь проверил. А, какую дробь? Подожди, а куда? Куда идти? Вопрос. Вопросик неплохой. Просто прямо, что ли? Это была как секретка? Давай прямо пойдем. Врата мученика. Перемирие кончилось, а вы все равно придете сюда. Мы же вымели отсюда эту хрень. Так, давай-ка я здесь поменяю. Дробашек возьму теперь. Вот эту штуку надо сломать, мне кажется. И с нее монеты выпадут, нет? Нет. Спасибо за записку. Знал бы ты, как я по тебе соскучилась. Кстати, я все еще охраняю эту пророчицу. Я тебе не рассказывал, но в прошлую смену я с ней говорил. Я спросила, зачем она это делает? Почему не покажет своим людям сложить... Не прикажет своим людям сложить оружие? Сперва она стала нести обычный шрамовский бред. Типа, мы слишком зависим от машины, должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия — это как бы звонок будильника, что он разбудил не всех, ну или что-то вроде. Мне было очень интересно, но тут пришел этот придурок Льюис и дал мне по шее из разговора с пленной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая. Угу.
Скажу, кажется, я начал понимать, о чем она говорит. Да, эти ее шрамы, конченые психи, а вот в ней самое действительное что-то есть. Говорят, ее собираются перевести в более надежное место. С этим садом и береги себя. Айзек. Да буду, почему нет-то? Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Буду беречь, почему нет? Что? О, найс! Офигительно, теперь не нужно будет возиться и страдать фигней. Это прям вот, вот то, что надо. Может быть, двустволочку потом лучше сделать, да? Оба-на! Оба-на! А зачем мне дали ломик? Чё-то мне кажется, здесь придется с кем-то воевать. Ломик ведь не зря дают. Правильно? Правильно. А здесь что? Это что такое? Что за храм? Пророчица моя, прошу тебя, даруй. Молю, даруй мне, может быть, я хочу невозможного, но прошу тебя, благослови псов прозрением, мудростью и любовью, чтобы они смогли отринуть свою гордыню и сложить оружие. Даруй нам мир. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Ха! Прикол. У меня есть лом, 4 заточки от крикунов вонючих. Причем они вообще классно отрабатываются. И, в принципе, все. Так, давай-ка лучше двухстволку возьму. Подожди, это то же самое, куда я пришел? Не понял. Зачем я обратно сюда пришел? Вопрос. Или я запутался, подожди. Как это я пришел обратно? Нет, не может быть такого. Ничего не понимаю. Как в «Братья пилотов». Солнце садится. Солнце садится. Растет трава. Она не важна. Ну и что, смысл сюда прыгать? И что это дает? Ни хрена это не дает. Ну ладно. Но Эми, конечно, Эби, конечно, Терминатор еще тут. Смотри, можно оттуда пройти, можно отсюда пройти. Такая жесть классная. Смотри, да? Ля. Хоп, здесь прошел. Хоп, там прошел. О. Сколько вас тут? Они не палятся, сюки. И у меня бутылки нет. Понял. Придется воевать тогда по-жесткому. Да, я год провел на вышках. И скорее мы решили, что я готов. Вот это херово. Очень. Поделись. Я выстрелю и все, хана. Еще безотратнее, чем... Можешь я... просто Рэмбо включить. Вообще хоть кто-то мог жить. На нас лежит благословение пророчицы. Она научила нас простой жизни. Столько памятников излишеству. Какая трата сил. Но она быстрее должна это делать. Так, этих двоих я ушатал. Там еще есть.
Ага. Он пасет прям сверху, нихера себе. Вот это лютые типы. Бля, такие вот эти твари там наверху. Беспонтовые. Они там так красиво делают. И эти еще не палятся. Я думаю, здесь бесполезно будет от пистолета без глушителя. Вас тут, блин. Тихо. Быстрее только, пожалуйста. Ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар. Да тихо, тихо ты. Быстрее, только быстрее умирай, пожалуйста. Отлично. Справа, да, где-то палево. Блин, ну почему у меня нету глушителя? А, банки нету. Хотя какой смысл? Так, ну здесь сколько уже? Четверо отъехало. Пасет, смотри, падла какая. Пасет, падла, а как мне туда сейчас убежать? Вот тварина, а. Ну все, я практически до туда шел. Вот здесь что-то какой-то невероятно тяжелый стелс. Здесь никого нету, да? Я так полагаю, мне в тот дом надо или куда? Ага, вот еще, смотри, челик. Я могу, конечно, ему... А, меня вот там пасут. И он пасет прям конкретно, прикинь. Сколько? Раз, два. Там внутри дома еще есть. На всякий случай из дробаша залечу. А тут и скотина! Да, блядь, тупая тварь! Черт, это пригородка какая-то! Буду я еще ходить к тебе. Где еще пес? Достали вы, потому что. Не перепрыгивает, что-то, прикинь.
Я, говорит, тебя найду. А чё они появились прям тут? Вообще, конечно, жестко забаррикадировались. Я ж чуть не офигел. Я прям реально охренел от вашей защиты дома. Умнее стали в 100 раз теперь, гады. Сюда нельзя? Или можно? Нет. Реально поумнели, прям вот здесь потненько было. Дефуют, сючки. Так. Опа, закрыто, прикинь. Ты вообще куда? Через какие-то... Я не знаю, здание что ли упало и образовало такие ходы? Надеюсь, он шел не тут. Опа, дробашки. Отлично. Мини-схрончик такой был. Может, они оставили, может, еще кто-то. Но это уже не важно. Грубо говоря, теперь это мое. Вот оно где. Практически надо дошли уже. На улицу. Сейчас постараемся. Ладно, это сделать. Я смогу. Только откуда? Отсюда? Нет. Отсюда? Нет. Откуда? Отсюда? Нет. А как спуститься? Тут какие-то вон ловушки, хлопушки, бремчалки. Это их хата. Это что такое? Хата, чё? Конечно, я пришла в гости прямо к шрамам. Я говорю, они как будто бы знали там все, что делать. А это, оказывается, их дом, прикинь. А ребенок, родившийся у серафитов, подобен чистому листу. Ничего кроме потенциала. Ты же раскрыл этот потенциал, так что превзошел все мои ожидания. Прости, что меня не было, но о церемонии твоего посвящения я помню, как мой собственный отец накладывал мне на щеки мокрые листья эвкалипта, чтобы унять боль. Со временем боль забудется, но шрамы будут вечно напоминать тебе о мудрости пророчицы. Мы несовершенны по своей природе и потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Пусть она ведет себя сквозь бурю всю твою жизнь. Пусть твоя истинная сила всегда будет с тобой. И я тобой горжусь. Хотя и жесть, конечно.78, да? Что? Урон? А куда здесь урон? Он и так сумасшедший, блин. За минус 100... Охренеть. Давай. На нахрен. На нахрен. С ключа, прикинь, бьет. По стамеске. А, нифига себе. Прикол. Урон плюс 30%. А кого это убивать, интересно? Босса вообще какого-нибудь? Тупо на босса. Вот это вот классная винтовочка. Прям очень бодрая. Будут рады видеть лагерь так близко от врагов. О, черт.
Просто сколько их? Но для наших целей сгодится. Может, нам помочь с поиском беглецов? На закате Эмили пойдет с отрядом. Приколюшка. Нас атакуют! Чего? Она не умерла, прикинь. Блин. Откуда стреляет-то? Сверху, что ли? Взял он гранату, кинул. Остин! Ёб твою за ногу, блядь. Ты шо, Остин? Проклятие! Остин был, блядь. За ногу, что происходит? Да, нет! Да конечно нет, жесть какая-то. Ух ты ж, блядь. Ложись! Она уже легла. И отъехала. Откуда у меня столько патронов? Ну что, есть кто еще? Пипец, там дядя был с молотом. Какие проклятые псы? У меня молот есть. Чётенький. Не хочешь отведать моего молота? Вот это мясо было вообще. Тихо. Полегче, подруга. Какая подруга? Отдыхай давай. Полегче, говорит, подруга. Я охреневаю, сколько тут вас было с дяденькой молотобоем. Он вообще лютый. Я ему сколько стрелял? Вот на него надо было дробаш доставать. Пипец, заеби, тяжко катать. Халява закончилась. Ни патронов, ни хрена. Супер дядьки еще. Я даже не понимаю, куда бежать. Так, а что, не забираем? Но очень много было. Очень много. Главное, дядю с молотом убили. Мне кажется, он бы меня с одного удара убил. Не спрашивай даже. Даже не знаю, правильно я иду или нет. Тупо без понятия. Не, у меня молот есть. Чётенький. Куда надо? Выше? Ниже?
Думаю, надо было просто от них убежать и все. А я что делаю? Он их там нихера опять. Бля. Ну-ка купиться, а. Че это за тетя Мотя? С дубиной, блин. Бля, это что за тетя Мотя? Держи вот её. Это. Ё-моё. Все, хана, да? О, это кто? На нахрен! По башке с молотка! Вы что, прикалываетесь? Это по-любому было больно. По голове с молотка. 4 месяцами ранее. Оуэн. Оуэн! Привет. О, все в порядке? Да. Я не вовремя? Нет, нет. Ну, так что? Пришел приказ? Типа того. Типа того? Знаешь что, может, давай мы... Хоть на минуту отвлечемся от Айзека. Оуэн. Когда ты последний раз здесь была? Посмотри, какая красота. Офигеть, да. Согласен. А, подожди, какая красота. Это уже в следующей серии. Это уже следующая глава получается. Вы чё, блин, разводите меня? Так, ну что, всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Лего. Мы уже сколько прошли? Мы прошли уже... 14 часов уже наиграно, и вроде как осталось еще 10 часов, насколько я знаю, но это не точно. Ладно, прощаемся с вами, ждите сразу после этой серии следующую, смотрите в 4К, подписывайтесь, лайки ставьте и колокольчик. Пока-пока.